Я тут немножко заболела, поэтому я сейчас нахожусь в больнице. Она спереди меня находится. Но я очень надеюсь, что там все с анализами хорошо. И сейчас я поеду в торговый центр, потому что мне нужны зимние сапожки, так как у нас внезапно наступила зима. Вот, я на это не рассчитывала, поэтому все-таки придется купить сапожки. Посмотреть себе шапку. Ну, мне нравятся вот такие вот крупные вязки, но этот цвет мне что-то не подходит. Не знаю. Напишите в комментариях, если вы видите красивую шапку, потому что я не вижу. В общем, померила я вот это платье, вот, но оно мне очень нравится. Я уже выбрала еще вот такой вот бордовый, но оно уже будет длинное. Оно мне очень нравится. Вот это хотела бы красивое. Ну, это красиво. Да. Не знаю. Короче, здесь переодеваюсь. Где-то там находится, там, где H&M. И не знаю, где. В общем. А? Лучше будет H&M. Мне нужно найти Стради Вариус, но я сейчас иду в Ресёрт. Вот. Там то же самое, что в Стради Вариус, и мне очень нравится там агентство, поэтому отправляемся туда. Я спешу, потому что надо ехать домой, но не важно. Просто много не снимала. Заходим. Красивый нос.
как-то не очень сегодня. Вот. Вот эта расцветка мне нравится. Такие шапки. Прям очень такие шапки нравятся. Об это вести не могу. Мне очень нравятся такие кольца. Мама сказала, нафиг они не нужны. Спасибо, мама. Господи, они шикарные. Ой, мне все такое нравится, господи, хочу такое. Я хочу такое. Так им нравится, да? Сейчас мы идем в самый любимый мой магазин. Самый любимый. Сейчас, типа, знаете, как все блогеры снимают, это мой дом, это моя хата. А мама, она ты не начала. Это мой интерес. Ваша мечта, когда она волосы начала. Потому что не надо мне. В общем, ребята, я только что приехала с Икеи. И сейчас я вам покажу, что я там купила. И, кстати, платье я все-таки купила. И купила я его в Зале. Золе. Зала. Зола. Короче, вы поняли. В общем, давайте я вам сейчас покажу, что я купила. И мне, кстати, все говорят, типа, что у тебя здесь порванное. Я надеюсь, вы понимаете, что это так и должно быть. В общем, ребята, я купила себе вот такую вот большую свечку, так как
У меня было 3 вот таких вот маленьких свечки. Я их уже, вот, как вы видите, сожгла, поэтому мне понадобилась большая. Надеюсь, мне надолго хватит. Также скоро Новый год, нужна гирлянда. Я ее взяла в Икее. Вот так вот она выглядит. Давай, желтым светом. Мне она очень понравилась. Так. Также вот такая вот серебряная рамка мне на полочку возле стола, так как там тоже очень мало вещей, ничего не заполнено. Сейчас вот свет падает, потому что на улице уже темно. Также, если вы смотрели мои видео про мой рабочий стол, рум-тур, здесь у меня стоял белый подсвечник. Но сейчас, как вы видите, он серебряный. Кстати, давайте я вам сейчас включу, продемонстрирую. Вот. Вот так выглядит внутри. Если честно, мне серебряный нравится больше. Сейчас я покажу, куда я поставила белый, но туда тоже нужно поставить пока что гирлянду. Мне, если честно, прям очень нравится, как это выглядит. А белый подсвечник у меня находится на подоконнике. Нужно туда обязательно вставить гирлянду, потому что когда я буду сидеть за своим рабочим столом, это будет очень красиво выглядеть. Вот. И, в общем-то, вот такое вот платье. Оно очень простое, из очень легкой ткани. Просто такое воздушное, мне оно очень нравится. Я прям счастлива, можно сказать. В этом платье я буду на Новый год и свой день рождения. Вот. Посмотрите на мой задний фон, как там все светится красиво. И я такая, как всегда, порчу вид. Мы с мамой решили взять вот это. Но они, в принципе, оба красивые, не знаю. Вот. В общем, ребята, спасибо, что вы были сегодня со мной. Обязательно ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я обязательно пролайкаю ваши комментарии. Сейчас я пойду уже купаться, мыть волосы, потому что они уже не в очень хорошем состоянии, хотя я мыла только вчера. В общем, уже пора спать. Ну как спать? Через часик буду спать. Сначала смонтирую для вас влог.